Липа европейская палида на штамбе представляют собой листопадное дерево, вырастающее до 25 метров. Летом растение цветет, наполняя воздух приятным ароматом, осенью листья желтеют и опадают. Этот сорт является отличным медоносом. Дерево используется для формирования живой изгороди, оформления аллей, скверов и парков. Липа обладает устойчивостью к жаре, заморозкам и хорошо переносит загазованность, поэтому прекрасно подходит для городского озеленения. Крона подается формирующей стрижке. Этот сорт не привлекает вредителей и не подвергается заболеваниям. Липа европейская палида – это многолетнее растение. Дерево лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок. Липа прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.